Вот и все. Теперь могу спокойно уехать на 3 часа. Мой хлебушек будет готов. Ну, а здесь досушиваются мои лисичечки. Вот такие лисички должны быть после сушки. То есть не потерять своего цвета. Черными они быть не должны. Иначе толку от них совершенно никакого. Лисички я сушу 38-40 градусов. Периодически открывая дверку. И тоже компании Oberhof, как вы заметили. Дегидратор. Ну, а также у меня есть вот такая простая сушилочка. В ней тоже сушатся лисички. Они тоже практически сухие. И не потеряли своего цвета. Первые 2-3 часа я сушу их открытыми, то есть крышечку не закрываю. И обязательно все лисички тщательно моются перед тем, как сушить. Всем привет, мои хорошие. Ну вот, все домашние дела маленько поделала. Время 1 час. Я поехала во Владимир отвозить свою ласточку. Наконец-то сегодня выгулю Леночкину сумку. Вот такое. Вот так. Чик. И все. Все документы сейчас туда сложу, телефончики туда положила, ключики и лепота. Кто не знает, кто такая Леночка, это Елена Тагашевская. Ссылочку, если хотите, на ее канал оставлю. У нее можно приобрести сумки любого качества, любого размера. Качество у нее все хорошее. Вот сколько у меня сумок от нее, и все мне очень-очень нравятся. Вот так отвернусь. Вот дочины картины. Девчат, не реклама, а просто говорю то, что вот брала у нее не один раз, и я очень довольна ее сумками. Быстрой доставкой, общаться с ней можно по WhatsApp, по Viber, в Телеграме. Телефон она свой оставляет, сумочки она все показывает у себя на канале. Если вам что-то понравилось, вы можете делать скриншот и ей отправлять, и она вам подробно все расскажет. Отправляет она почтой. В общем, кого заинтересовало, пишите, я вам оставлю ссылочку. Ну, а так смотрите в описании под видео. Если не забуду, постараюсь закрепить обязательно. А на улице прекрасная погода. Тепленько. Хорошо. Видите, какое небо красивое. Вообще, ветерок дует. Это не страшно. О, мои красавцы идут. Люшечка, ты как себя чувствуешь? Ты как себя чувствуешь, зайчик, мамин? Мамин зайчик. Все, давайте, я поехала. Мартюш, все, иди домой. Домой. Трещина все дальше и дальше идет. Ничего, сейчас отдам, все вклеют, завтра заберу. Красивое небо, скажите, девчат. И ребята.
Наш мост наконец-то сделали. Знаете, я часто, ну, читаю новости наши местные в нашей группе ВКонтакте. И часто очень там жалуются, то там что-то плохо в городе, то там что-то плохо. Не знаю, а мне кажется, все очень хорошо в нашем городе. Дороги восстанавливаются, которые портятся. Все для людей делается. Парки, ну, делаются, за ними следят. Много чего в нашем городе сделано для жителей. Просто жители почему-то этого не замечают. Либо чересчур привередливые. Так, заправляться не будем, я заправлялась. Завтра, может, где-нибудь заправлюсь. Чтобы уж потом не ездить мне в соседний город. А ездить спокойно за грибами. У меня бак 80 литров, поэтому мне хватает. Надолго. Ну как надолго? Не надолго. На неделю хватает. Смотря куда ездить. Просто я сюда, на эту главную трассу, где заправка, потом не выезжаю. Я езжу другими дорогами, где заправок нет. Давно не была во Владимире. Вообще давно не была в той стороне. Вот этой дорогой, кстати, я ехала и прилетело стеклышко. Как вы видите, ой, стеклышко, говорю, камушек или не знаю что. Ну, на обочине вон щебенка крупная. Возможно, из-под какого-нибудь колеса и вылетело. Так что, мои хорошие, здесь мне нашкодить никто не мог. Да и больно кому надо. Все смелые только писать. Пишите, кто чего в облаках увидел. Красивого, интересного. Я потом часто видео, когда монтирую, и чего-нибудь вижу из этих облачков интересное. То мордашку какую-нибудь, то зверушку, то еще что-нибудь. Когда едешь за рулем, особо нет возможности разглядывать. Владимир, направо. Ну, а налево и нельзя. Все, едем, мои хорошие. На той стороне продавали лисички в литровых ведерках. Мне так интересно, сколько они стоят. Но если получится, на обратном пути остановимся, попрошу. И спросим, сколько стоит. По этой стороне навряд ли стоят, продают. В основном по той, как на Москву ехать. Въезжаем на Воршу. Здесь я проучилась с 5 класса. Ну, это федеральная трасса М7.
не было вот этих всех ограждений, ничего этого не было. И вот с Ворши до своей деревни, где я жила, мы ходили пешком. Школа находится посередине Ворши. Мы уже проехали это место. Ну, отсюда все равно не видно будет с дороги ее. А моя деревня, где я выросла, сейчас будет следующая. Направо живут мои родственники, братья и сестры. А налево кладбище, где лежит мой папа. Вон там. Я прожила все свое детство. Вот на этом поле у нас была картошка. А вон там, в лесу, лежит мой папуля. Надеюсь, он меня слышал. Привет, папочка. Я помню тебя, мой хороший. Там лежит мой папа. Мой средний брат, который после меня. И моя любимая бабулечка, которая папина мама. Ну и также бабушка по маминой стороне. Она меня почему-то никогда не любила. Почему, не знаю. А вот папина мама во мне души не чаяла. Ой, так же, как и дедушка. Дедушка ушел, когда мне было 10 лет. А бабушка ушла, когда у меня родилась дочка. Но она ее так и не увидела. Не будем о грустном. Пока они в наших сердцах, они всегда живы. Бабушкин уход и брата уход я как-то легче пережила, чем уход папы. Папа ушел, мне было очень тяжело. Ну, возможно, еще в связи со всеми последствиями, что было после папиного ухода. То, что так родственники поступили. Ну, все это делает нас только сильнее. Камера стояла. Тренога. Красиво, скажите. Мне даже быстро ехать не хочется. Я всегда, когда еду куда-то далеко, я всегда по дороге. Я всегда наслаждаюсь природой вокруг, небом. И еду с чувством, с толком, с расстановкой. Следующий у нас Колокша, деревня Колокша, потом станция Колокша. Я бы не сказала, что такие прям хорошие дороги у нас, да, но все равно нормальные. Не такие, как раньше. Раньше вообще были яма на яме. Сейчас нормально. Сегодня вас покатаю с собой.
поболтаем. Девочки на Дзене, кстати, видео на Дзене выходят чуть ли не на сутки, на двое раньше, чем на Ютубе. Поэтому присоединяйтесь на Дзен, поддерживайте меня на Дзене. Ваши просмотры на Дзене мне очень помогают. И спасибо всем, кто смотрит меня на Дзене. Я вижу ваши просмотры, потому что от ваших просмотров зависит моя зарплата. Но она не стоит на месте, она поднимается. Я очень счастлива. То, что вы у меня такие хорошие, меня поддерживаете. Почему я вам показала лисички, да, и так сказала про них? Просто уже у многих вижу, что продают лисички темного цвета. Девчата, они не должны такие быть. Может, у них камера так темнит, может, не знаю. Но такие лисички черного цвета быть не должны. Они непригодны для лечения. Да, думаю, даже и для еды они не очень пригодны. Там, наверное, их сушат ради объема, чтобы быстрее высохли. У меня лисички сохнут по 15-17 часов. Кстати, сейчас машину заберу, завтра поеду в горэлектросеть платить за свет. Сниму показания счетчика. Поеду платить за свет. Наверное, я офигею. 4 сушилки работает. Посмотрим, я вам расскажу потом. Вот уже поворот на энергетик. И Юрьевец впереди. Еще чуть-чуть и Владимир. Вот и Юрьевец проехали. Сейчас будет любимый пост ГАИ. Но он, по-моему, не работает давно уже, ну. Полиция на нем стоит. Вроде бы. Сейчас посмотрим. Никого нету. Скоро чебуречную откроют здесь. Как всегда. У нас почему-то изо всех постов ГАИ открывают чебуречную, лепешечную, еще чего-нибудь. Не знаю, я у них не уточнила, вдруг у них адрес изменился. Ладно, сейчас заедем. Это в начале Владимира. После, между первым и вторым светофором. Хорошо ребята делают, на совесть. Вот с этим стеклом я... Мы у них меняли вот это стекло. Сколько? 7 лет назад, наверное, 8 лет назад. И ни одной ни протечки, никогда ничего не было. Аэропорт написано. У нас есть даже аэропорт, представляете? И с него летают самолетики, по-моему, в Санкт-Петербург. Или в Питер, как правильно-то.
А на въезде с левой стороны автозапчасти рынок и любимая чебуречная. Нет, как она? Шурмичная. Ну, я не знаю, вкусно там сейчас, нет. Вот первый светофор, девочки, мальчики. И вот между первым и вторым светофором сейчас будет поворотик. Вот после вот этого здания. Где-то здесь. И нам надо будет туда повернуть. Вот, прям перед вторым светофором. Да. Сейчас узнаем, правильно мы приехали или нет. Автостекла. Все правильно. Вот написано, видите? Автостекло. Туда встану. Сразу. А, стоянка для автомобилей запрещена, написано. Ну ладно. Я ж только узнать. Да? Не входить. А где входить? Здравствуйте. Я по поводу стекла. Это вам туда дальше, прям за углом здания. За углом вот этим зданием туда проехать, да? Вот видите, не сюда зашла. Сюда? Да не сюда. Повернула правильно, но чуть-чуть подальше надо проехать. Прям за углом здания. ОСАГО, МОСАГО. МОСАГО, ОСАГО. Блин, ну что они никаких указателей не сделали? Где их искать? Прям за углом здания. А, замена стекла, вон, вижу. Вижу, вижу. Пойдем узнаем. Здравствуйте. Да, наверное, к вам, если по замене стекла. Да, Kia Sorento. Kia Sorento, где вы сами? Вон она. Вы чуть-чуть переехали, да, опять? Во всех трех местах были мы у вас уже, получается. Там были, теперь тут. Да. Вот так что-то хорошо прилетело. Чего не знаю. Информация для клиентов. Все как положено. Чистенько, аккуратненько. Стеклышки разные. Цветочки искусственные. Ну да. Ребята работают. Здесь. Красиво смотрится, да? Хотела вам номер телефона показать. Может, вот это? Ихнее. Да.
И адрес сразу. Вдруг кому надо. Скриншот делайте. Красиво, да? Так все уютненько. Супер. Вот и все, я пешеход. Я пошла в ленту схожу, которая напротив. Пошла к пешеходному переходу. Пойду посмотрю, что там интересного. 1000 лет не была в этих магазинах. Вот и устроила машина мне выходной. Так бывает. Не хочешь отдыхать? На, говорит, тебе отдыхай. А он и сам, Владимир, расстраивается. Дома большие такие. Не люблю так шумно. Не люблю. Я иду пешком. Представляете? Ой, вижу цветочную палатку. А цветочная палатка закрыта. Смотрите. Красотища-то какая, запах какой. Садовый центр. Ну ладно. Закрыто, значит, закрыто. Девчонки, как я не привыкла ходить пешком. Иду на пешеходном переходе и останавливаюсь, машина едет. Пропускаю. По привычке. Эльдорадо наверху. А здесь. Вон там тарелочка. Ресторан быстрого питания. Можно покушать. Как я давно не была в таких магазинах. Ну, угадайте, куда мы с вами идем. Конечно, туда, где цветы. Дядечка похож на моего сына старшего. Хорошо, музыки нет. А здесь вообще цветы-то есть? Ой, фу, как пахнет духами сильно от кого-то. А здесь цветов, наверное, нету в ленте. Раньше вот здесь в начале были. Сейчас до конца дойдем, посмотрим, есть, нет. Наверное, нет. Искусственные есть. О, какие тапочки, девочки, мальчики. Смотрите, топтушки прикольные. 600 рублей. М? 699, 700, если быть точнее. Ой. Ё-моё, где мой частный дом? Какая красота-то, а? Представляете, вот сюда завалиться. Акция 16,99. Диван в комплекте с подушками. Офигеть. С проволоки. Он из проволоки, девочки.
Офигеть. Ну, вот этот каркас железный. А вот кресло-качалка. Такая высокая. Ноги висеть будут. 14,99. Девочки, а нет цветов-то. Здесь тоже вот раньше стояли цветы. И нету. Ну ладно. Нету, значит, нету. Девочки, мальчики, я иду пешком там, где ездят машины. Я иду пешком за шурмой в шурмичную. И оттуда поеду домой. Так прикольно ходить пешком вообще. Кстати, я не знаю, как вам меня слышно, потому что ветер дует, наверное, задувает, вам ничего не слышно. После применения лисички я чувствовать себя стала гораздо лучше. Даже мои ножки. Я вчера себя поймала на мысли, что они практически не болят. Представляете? Не знаю, с чем это связано. С тем, что может чиститься сосуды. Разжижается кровь. Ну, в общем, самочувствие-то мое гораздо лучше стало, чем было. Так что мотайте на ус. Вот, а что значит ездить всегда на машине? Я даже не знаю, где здесь человеческая тропинка. Иду, нашла какую-то тропинку рядом с дорогой и иду. Та-та-ра-та-ра-там. Та-та-ра-та-ра-тарам. Та-там. Так удобно с Леной сумкой вообще. Выгулила сумку. Красота. Ветер дует. А я иду, ветер в харю я. Продолжайте дальше. Сами. Красота. Девчата, вообще не могу. Жизнь прекрасна. Дядечка вон ямки заделывает. А я иду на авторынок за шурмой. Потому что это буду не я. Если я была во Владимире и не купила себе шурмы. А что на меня так все смотрят? Красивая девчонка идет. От бедра, девочки, идем от бедра. Вы не видите, но я иду от бедра. Вот. Ой. Красота. Лепота. Страшно, сила. Я окольными путями иду, чтобы сократить путь. Чуть-чуть. Уже почти дошла. И вот она. Шурмичная. Запахи. Сразу есть захотела. Приятного аппетита. Самая вкусная шурма.
красота, девочки. Вообще. Еду и наслаждаюсь. День добрый. Почем ваши лисички? Это по 200. А это сколько? 600. 600. Там есть... А подосиночки? Один беленький даже. Голова половина. Такие уже прям подсушенные, да? Они стоят. Они внутри так все свежие, они уже на солнце стоят, сухие не становятся. А вот так, как посмотрите, они свеженькие. Так, вот это 600, здесь сколько литров? 603 литра. Ага. Сейчас спрошу. Мартин Батькович, вы что там сидите? И? В темноте. Что ты там делаешь? Спрятался? Молодец. Зёпа с ручками. Как ваше состояние, ваше здоровье? Получше? Ну, блин, Мартин, ну не сноси меня. Я посидеть хотела с тобой. И? Чего? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Чего? Чего, Собакин? Жопа с ручками. Так, что у нас тут? Тут еще, представляете, как я быстро съездила во Владимир. Еще даже хлебушек не испекся. Еще 57 минут. Вот. Чего, жопа с ручками? Ты жопа с ручками? Пока я была во Владимире, дочь напекла панкейков. Представляете? Пропылесосила дома. Постирала белье. Когда она успела это все сделать, не знаю. Полосик чистенький. Без единого мартюшиного волосочка. Да, Плюса? Да я тебя не ругаю и никогда не ругаю. Что ты? Скромняшка наш. А? Тебе полегче? Тьфу на тебя, я прям боюсь уже что-то говорить. А то ты нам опять что-нибудь вычебучишь. Да? И лисички еще не досохли, представляете? Еще не досохли. Вот чуть-чуть. Пусть еще на 3 часа включила. А здесь... Ну, а здесь, в принципе, уже... Все. Нет, еще чуть-чуть тоже пусть побудут. Так, можно сделать. Видите, они все желтенькие, никакой черноты нету. Сейчас я их все пересыплю в один противешочек. Вы видали, какие лисички? Там в этом 3-литровом ведерке ни хрена грибов-то нету, если честно. Не люблю вот останавливаться, спрашивать, но мне было очень интересно. А литровое ведерко что-то буду монтировать, пересмотрю сколько. В общем, сушеных грибов в его грибах будет 10 грамм. Сушеных. Они усохнут, и там ничего не останется. Это во-первых. Во-вторых, блин, девочки, все падает у меня. Здравствуйте. Чего ты? Лисичку хочешь? Будешь лисичку? На. Давай, давай, ешь. Молодец.
Вот так тоже можно есть, не перемолотые. Да, Мартюш? Скажи, можно вот так взять и похрустеть, как чипсу. Да. Чего ты? Ты голодный какой-то у меня последние эти дни. С этой диетой. Постоянно хочет кушать, бедный мой ребенок. Так что, девчат, с этих... во-первых, на трассе. Ну, во-вторых... Дорога есть дорога. Представляете, какая копоть от КамАЗов летит на эти грибы? Тебе нельзя, не смотри. Кофеёк. Вот. Ну вот и моя хлебопечка пропищала, что она испекла мне хлебушек. Ой, какой он белый на камеру кажется. Но он не белый. Он загорелый. Вот. Чуть-чуть подсел. Ну, как всегда почему-то. Что-то я никак не это. Ну, это вкуса не меняет. Ничего страшного. Пусть постоит здесь маленечко. Спокойно остынет. Потому что у меня тут... Вот-а. Короче, буду сразу зафасую, чтобы они влагу не поймали. И буду еще кое-что делать. Девчуля вчера принесла подосиновики пол ведра 12-литрового. Целая сушилка была. 100 грамм сушеных. И вот чуть-чуть осталось. Представляете? Вот так. Когда все печется, все что-то делается, места катастрофически не хватает. Руки у меня чистые. Так, если кто-то в шоке. Неудобно грибы совать в перчатку. Ну, если что, я и собираю их руками, а не ногами. Да что ты, пакет меня сегодня не слушается. Так, ну а там чуть-чуть осталось. Оставлю. Сейчас позже вы узнаете, куда.
Ну и, наверное, 3 пакета лисичек получится по 100 грамм. Со вчерашних 1,5 ведра. 18-литровое ведро и половина 12-литрового ведра. Получится 300 грамм лисичек. Вот так. Да, разница. Вакуумированный пакет и не вакуумир. Это, по-моему, откроется. Попробуем еще раз. Ну да, где-то есть дырочка. Ну и вот со вчерашнего похода получилось сколько? 18 литров ведро целое лисичек было и 12-литровое ведро, половина лисичек, половина подосиновиков. Это половина подосиновиков, 100 грамм. И 300 грамм лисичек. С 20 литров, даже больше. Вот так. Всего 300 грамм. И собиралось это целый день. Вот это вот дело. Это для тех, кто говорит, да чё тут-то? Да-да, действительно, чё тут-то? И 18 часов электричества жёного. Ну а тут у меня, девочки, с каждого раза оставалось, после каждой фасовки у меня оставались грибы. То есть лисички, подосиновики, подберезовики, белые. Больше белых, кстати, здесь. Воды нет. Воды нет, да, дочь, я знаю. Вон попей из кувшина. Чуть ты мою кружку-то взяла? Мне хочешь налить? Давай. Ага. Офигеть. Взяла мамину кружку. Мамина кружка, это мамина кружка. Может, мама заразная? А это у меня палочки, ножки, а? Сейчас, может, дадут. Ножки зонтиков, девочки. Ну и сами зонтики. Да, вы правильно поняли. Это будет зимняя приправа. Для второго, для первого. Но не только для меня. Как-то я девочкам из своего сообщества ВК... У нас есть там сообщество, где они меня поддерживают, девчулечки. Там не так много девочек, если не ошибаюсь, 12. Ну и вот периодически я девчулям делаю либо акции какие-то там, самком с корой, либо еще какие-то. А в этот раз решила сделать для них вот такую приправу. И для себя тоже. Вот поделю на нас, на всех. Где мой телефон? Сейчас пойду посмотрю, сколько нас там. Посмотрела. 13. Значит, я правильно взяла баночек. У меня есть вот такие баночки. Это я брала под фласки.
Вот здесь 13 баночек вместе со мной. Девочек 12, я 13. Вот сделаю нам сейчас вкусное, вкусное что-то на зиму. Сначала перекручу все палочки. Будет очень шумно. Сделаю без вас. Уф! Надо было погодить чуть-чуть. Больно рано открыло, оно не осело. Так. Теперь туда сами зонтики отправляем. Девочки, если вы против, не хотите, можете написать: я отказываюсь от твоего подарка. Мне в ВК в личное сообщение. Это вам от меня подарок. Вот. И будем мы с вами зимой наслаждаться вкусняшкой. Кто не откажется? Конечно, получение за ваш счет. Вот. Кто хочет, могу отправить почтой. Кто хочет, могу отправить дек. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Аромат, девочки, вы не представляете. Положила 13 баночек. И в каждую баночку вот так по ложечке, без большой горочки, буду накладывать, чтобы всем было поровну. Представляете, как зимой это будет вкусно. Тут у меня еще есть, не переживайте. В одну баночку совсем не хватило. Ты готовишься? Ты бы сначала сходила с Плюшей. Может. Я бы вам сказала, зонтиков-то получается прям-таки. Сушеных-то, молотых-то много. Так ничего не весит, а как приправа. Замечательно получается. Так, и начинаем все сначала. Раз, два. Зонтики. Это моя. Убрала в сторону, чтобы на себя не делить, а то девочкам не хватит. Но мне хватит. Для приправки мне хватит. Следующее. Поехали.
белые грибочки. Здесь белые подосиновики. Это будет девчулям подарок от меня. За их... Ой, летают. За ихнюю поддержку меня. Вот. А запах, девочки, не рассказать. Так, это я пока буду высыпать вот в этот контейнер. Я уже сюда высыпала беленькие, ну, смешанные. А потом отсюда уже разделю везде. Я вроде хотела сначала вот так вот, ну, грибами отправить, да, девчатам. А потом говорю, кому-то попадутся, кому-то, а здесь и лисички есть. И подберезовики, и белые, и подосиновики. Ну, то есть, вот с каждой партии у меня что оставалось, я ссыпала отдельно. Потом хотела сделать ассорти, а потом говорю, надо девочкам сделать подарок. Вот. Так, и это еще не все. Подосиновики. Это то, что осталось со вчерашнего дня. Вот. Смотрите, как отличается цветом. Здесь белые и... белые лисички. Вот здесь чуть-чуть и зонтики. А здесь только подосиновики. Видите, какие темненькие. Куда ложку дела? Приправа будет обалденная. Так, надо не целую ложку накладывать. А то не хватит.
Или суп-пюре, или приправа на зиму. Девочки. Это будет что-то. Ура, хватило всем. Ура, хватило всем. Кто откажется, могу оставить либо себе, либо кому-то из девочек потом продать. Вот. Смотрите, какая классная штука. Но и это еще не все. Что здесь делает листик, который здесь не должен быть? Меня как-то спросили: Люба, а сколько будет 100 грамм перемолотых лисичек? Девочки, вот здесь, по-моему, 90 грамм или 92. Ну, то есть чуть-чуть до 100 грамм не хватило. Поэтому я не стала жалеть, а с радостью, с чистым сердцем сейчас их также разделю по баночкам. И очень вкусная будет у девочек моих приправа. Я понимаю, что лисички могла положить вообще в отдельный пакетик, да, и они бы это как лекарство использовали. Девчат, ну, у меня нету таких маленьких пакетиков. Поэтому я думаю, как приправа, будет тоже очень вкусно. И они будут кушать что-то первое, второе. Вы не представляете, какой обалденно вкусный будет суп-пюре. Я всю зиму готовила суп-пюре. Мы с радостью это ели. Нам было очень вкусно. Так, в какую-то баночку, вот в эту, по-моему, я положила поменьше. Или вот в эту. Ну, это. Высыплю в свою баночку. Красота. Баночки очень герметично закрываются. Я ж брала. Можно перемешать. Можно потом перемешать. Сейчас подпишу себе. Грибная приправа. Лисички. Зонтики. Белые. И напишу эти подосиновики, подосы. Ну, это я уже дальше пойму, что здесь сборная солянка. Вот так. Думаю, девчули будут счастливы. Все. Герметично закрываем. Ой, две крышечки. И поедет это к девчулькам. Блин, Натулька у меня только заказывала саприки. Чуть раньше бы мне перемолоть. Наташ, прости. Девчат, могу оставить пока у себя. Потом напишите. Люба, я твой дон.
Там, ну, может, вам кора понадобится или мох для орхидей. Или, может, сейчас по осени будете отдельно грибы боровые заказывать. И я вам и это положу. Только отпишитесь мне, пожалуйста, хотите вы или нет. Ну, конечно, я вам каждый напишу. Дам ссылочку на это видео, чтобы посмотрели. Долго смотреть придется видео. Как никогда будет длинное. Но, может, разделю его, посмотрим. Ну, я счастлива. То, что я сделала девчулям такой подарок. Я думаю, что они тоже будут очень рады. Вам интересно, сколько здесь получилось по весу? Мне да. Дочь, принеси там в черном пакете вот такую баночку пустую, пожалуйста. Вот там? Угу. Семьдесят 4 грамма вместе с баночкой и с крышкой. Ну, сколько баночка весь сейчас дочь принесет, взвесим. Нашла, дочка? Баночку и крышечку одну. Пятнадцать грамм баночка с крышечкой. Да, можете уносить на место. Спасибо. Спасибо, мамина дочь. Здесь 76 грамм. Дочь, 76 минус 15. 76 минус 15. Шестьдесят один? Короче, 60 грамм. Что, неплохо? Вы как думаете? Мне кажется, многие хотели бы получить в подарок такое ассорти. Все, мои хорошки, буду заканчивать этот влог. Он и так получился очень длинный. Баночки герметично закрыты. Вообще классно. Поэтому я свои грибы храню именно в таких же вот баночках. В герметично плотно закрытых. Я эти банки покупаю для флосят сейчас. Очень мне в них понравилось выращивать маленькие зародышные флосятки орхидеек. Люблю вас, целую, подписывайтесь на Дзен, ссылочка есть в описании под видео. Ну и также в описании под видео есть, как найти меня в ВК и как подписаться на мое сообщество тоже в ВК. Девчульки со мной уже больше года. Будьте и вы со мной, и тоже будете получать подарки. Говорю дочери, доча, пошла, я доеду до магазина. Встала и ищу ключи. И говорю, ага, а на чем я доеду-то? Пошла пешком. Забыла, что у меня машина-то в сервисе. Эх. Пойду попить, куплю что-нибудь. Пить хочется.